Когда я лечил суставы, 2 года, наверное, ну год точно я засыпал. Я просто от дикой боли. Я просыпался каждую ночь раз по 5-6 бы. От дикой боли. Все оттекало, затекало. Все так крутило, выкручивало. И знаешь, вот я себе сказал, я вот вылечу и ну 150-130, все, не больше. Какой? Вылечил, вон, пошел 220-240-250. Все. Бабушка отшептала бы. И знаешь, и когда ты сейчас сидишь, это все там вспоминаешь, я не хочу пережить того, что я уже пережил. Это, я тебе скажу, по сути говоря, по правде говоря, это как, ну, это инвалидность. Просто тебе за нее не платят. То есть ты сумасшедший? Да. Это, я тебе скажу, это каждый из нас такой. Абсолютно каждый. Кто выступает, каждый. Я жене рассказываю, да, она говорит, а что ты хотел? Тебе когда просто жопа, блин, и там боли дикие, там и надрывы, и порывы, ты что делаешь? Ты идешь и тренируешься. У тебя там, что бы ни случилось бы, ты идешь и пашешь. Говорит, вы наркоманы, вы по-другому жить не можете. Вы будете умирать, но вы пойдете и оттарабаните. Молодые люди, которые посмотрят это интервью, их замотивируют твои слова или наоборот? Да пусть лучше мотивируют. Я тебе скажу, это наркотик, но это приятный наркотик. И я тебе скажу, если человеку дано этот именно вид спорта, он ничего не дает жизни, ничего. Кроме того, что он тебе дает именно силу, именно веру в себя. Когда говорят, вот там это, у нас там мы бьемся, там это жесткий вид спорта. Я говорю, судья всегда остановит бой, штангу никто не остановит. Она если пошла, это все. Это очень серьезный вид спорта. И к нему надо подходить серьезно.